Здарова, колонисты, Ракслер со мной, с вами. Мы играем Planet Crafter. В прошлой серии мы тут, короче, что-то подделали, базу поразвивали, всяких разных приколов наделали. У нас тут озеро уже огромное, практически вышло уже даже за те пределы, которые бы я хотел. Ну, я не знаю, вот сюда пойдет. Ну, надеюсь, что нет, потому что у меня тут инфраструктура, я не хочу, чтобы она была затоплена. Так, что у меня с кислородиком проблемы. Что у нас сегодня будет на повестке нашего дня? Что можно сделать? Ракетный ранец Т-3 у меня есть? У меня есть. Ранец обычный я сделал. В принципе, у меня тут типа все прокачано как надо, да? Хорошо, давайте смотреть, что мы можем сделать. Я думаю, надо заняться развитием терроиндекса, чтобы он быстрее тикал. Поэтому будем строить, в общем, обогревалки, будем строить буры и будем строить всякие вот такие штуки по типу генератора водорослей, всякие распространители семян и так далее, чтобы все вот эти у нас показатели побыстрее тикали. Вот у нас домха тут еще очень много, поэтому нужно заняться именно вот этим. Давайте смотреть, что у нас здесь есть из... Так, тут ничего нету из радиоактивных элементов. У меня в рюкзаке тоже ничего такого интересного нету. Мне для обогревателей нужно кремний, титан, алюминий. Вот у меня стержень иридиевых нету. Надо либо вызвать иридиевые метеориты, либо надо сбегать еще порыскать по пещерам. Короче, пособирать тот иридий, который у нас еще валяется. Здесь у меня понятно, понятно. Окей. Так, кислород у меня в целом есть. Давайте... металлы тогда, короче, выложу. Алюминий сейчас сюда. Нет, еду я возьму. Кобальт возьму. Так, это сюда, материалы сюда. Бежим, бежим, значит, собирать иридий, наверное, который у нас есть. Мне нужна куча стержней. Мне нужно, я не знаю, ну штук 5, наверное, стержней сделать. Это 9 на 5, это 45. Мне нужно иридиев где-то нарыть. Поэтому сейчас мы сначала... Короче, вот эту штуку проверим. Нашу добывалку, из нее достанем. А потом сбегаем в каньон. Я не помню. Там, короче, по-моему, должна быть пещера еще с иридием. Надо будет ее тоже обчистить. Раз, 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 раз. Отлично, все, здесь мы все подчистую выгребли. Хорошо, хорошо. О, генератор водорослей Т2. Что дает? Кислород 350, а это 127, то есть почти в 2,5 раза больше. Рецепт у него 2 самородка, удобрение, 2 сплава, вода и магний. А здесь баклажан, то есть баклажан здесь уже не нужны, нужны самородки. Окей. Самородки можно, я теперь могу их сам делать, поэтому в принципе можно их уже не рыскать. Главное правильные ресурсы подобрать. Так, окей, отправляемся, значит, тогда в ту пещеру, в каньоне, которая. И там попробуем нарыть, короче, этот, как он называется, иридий, да, да, иридий. Так, давайте, а я не помню, вот там, который корабль я обрыскивал, там вообще что-нибудь еще осталось? Слушайте, надо будет, наверное, сбегать туда посмотреть. Может быть, там что-то еще полезное есть из того, что я еще не собирал. То, что, точнее, короче, грубо говоря, то, что я оставил на потом. О, кстати, я же здесь хотел. А, здесь, смотрите, вообще ничего такого не добывается, на самом деле. То есть здесь только железо, да, то есть алюминий здесь не добывается. Давайте, наверное, я не знаю, как тогда сделать-то. Сюда, сюда вот это выложить. Я могу разобрать, он, наверное, не разберется, да? Да, потому что здесь заполнено. Окей, давайте тогда сделаем вот так. Разберем. Вот как раз стержень. А вот эти ресурсы... Ой, блядь. Так, давайте. Вот так вот, короче, здесь сейчас... Ну, было же можно поставить. Почему? Почему он не дает поставить чемодан? Что за херня? Блядь, серьезно? Ладно, тогда, короче, я просто лишнее сейчас выкину. Так, я выкину вот это, вот это. Да просто вот эти все стандартные ресурсы сейчас выкину. Они мне сейчас, в принципе, не нужны. Берем вот это. Вот, осмий, алюминий, осмий, суперсплав.
Хорошо, у меня как раз не очень много кислорода. Я думаю, мне хватит его только на вот эту вылазку вот этому кораблю. Хочу посмотреть, что я там еще не долутал. Потом сбегаю обратно на базу, наделаю себе кислорода и, получается, уже побегу туда, в каньон, искать иридий новый. Но я думаю, проще будет потом сделать просто ракету. Ракету надо бы сделать, которая иридий вызовет. Мне тогда сразу куча иридиев упадет. Ну, блин, здесь куча семян у меня, оказывается, валялась. Так, здесь она ничего не дает. Еще куча семян, охренеть. Здесь куча железяк. Во, во, нормально. Так, воду пьем. Здесь у нас уран. И все, я все забил. А, здесь был, по-моему, чип. Так, суперсплав тут у нас. У меня есть что поменять на суперсплав? Еда, да? Давайте еду выкинем, суперсплав возьмем. Еда, в принципе, если что, у меня теперь баклажаны, грубо говоря, освободились. Я смогу эти баклажаны из добытчиков водорослей забрать, покушать их там. И они мне теперь как бы для водорослей не нужны. Они, по-моему, нужны для рецепта удобрения, что ли, нужны баклажаны. Поэтому, если что, буду тратить на них. Окей, летим назад. Мне нужно наделать кислород. Вот жалко, вот как сборщик воды, нету кислородной штуки, типа какой-то, не знаю, которая высасывает из атмосферы кислород. Я просто мог подходить и брать эти баллоны, а не ходить за кобальтом, собирать этот кобальт без конца. Так, иридий, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, как раз у меня есть на один. Супер, я тогда пока их положу сюда, 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 сюда. Здесь у нас минерал, я выложу вот это сюда. Металлы, алюминий я выложу сюда. И всяко разное. Ого, у меня здесь все зобито, да? А здесь что? Так, у меня здесь куча. Блин, еще не хватает. Так, а у меня на втором этаже есть... есть что-то? Все можно... Так, здесь у меня нету никаких чемоданов. Мне бы железо... А у меня есть вообще железо, кстати? Нет, железа у меня нет, поэтому я не могу сделать себе сундук. Надо, наверное, короче, сделать... Еще три железа добыть и сделать себе сундук. Ой, не сундук, а этот шкаф, который побольше размером. Так, это что? Это железо, отлично. Титан. Вот, блестит еще железо. Давай, собирай железо раз, железо два. Кобальт надо собрать для кислорода. Собираем, собираем. Отлично, замечательно, замечательно. Готовенько, готовенько. Так, есть еще? Давайте еще одно железо соберем. Вот, кстати, вот еще два. Мне как раз на два новых ящика хватит, я думаю... Это удовлетворит мои... А знаете, что я заметил? Что, короче, после... Сейчас вот после загрузки... сохранения, да, то есть, ну, грубо говоря, после перезапуска игры... Нету вот этих вот сундука, который постоянно появлялся, который я здесь вечно облутал. Нету вот здесь вот двух кобальтов, которые тоже... Они обычно обнулялись, и я их тут собирал. Так, что я... А, да, я хочу сделать... шкаф. Шкаф. А вот здесь поставлю нормально. Оп. Оп. Так. Так. Ага, все, отлично. Я... давайте вот цветочек сюда положим оставшийся. Так, делаем кислород. Кислород. И еще один. Все, что ли? Четыре? Мне хватит четыре? Ну, надеюсь, что хватит. Так, давайте еще одну бутылку воды на всякий возьму. Бутылку воды берем и все, летим, летим на каньон. О, тут фига я не замечал, тоже озеро огромное выросло. Речку-то как бы я видел, здесь которая. Тут фига уже вода до сюда дошла, она сюда распространилась. Здесь вот уже целая река, тут мост такой естественный. Офигеть, вообще нормально. Интересно, докуда вода еще дойдет? Окей, ладно. Так, каньон где-то вот за этим хребтом должен быть. Летим, летим, летим собирать иридий. О, ящик. Опа, опа, чип. Шикарно, вообще классно, классно. Так, здесь ощущение, что здесь какая-то пещера может быть. Или я здесь уже посещал, я вот уже не помню. О, еще ящик. Еще ящик, опа. Далее так сложено домиком. Вот так кто-то сложил.
друг на друга наложил, как будто древние какие-то, не знаю, огромные были эти инопланетяне, которые это все типа раз такие, просто делать нечего, раз домиком сложили. Так, вот здесь вот есть что-то наподобие какой-то пещеры. Нет, это просто здесь, короче, так скалы выглядят, да? Ну ладно, тогда сейчас облетим с этой стороны. Облетаем. Давай, облетай уже. Зачем ты стопоришься? Тут вон тоже там сложен, и вон там сложен. Знаете, как дорожка такая, как будто бы куда-то ведет. Из этих камней. Как они называются? Путеводные камни. Как-то так. Вообще к этому кольцу приплыл. Здесь тоже вон уже вода распространилась. Здесь, кстати, какого-то другого цвета. Как океанская такая. Прикольно. А здесь просто... А, здесь потому что песок другого, да, цвета, поэтому она здесь голубенькая, а там такая более синяя. Понятно, хорошо. Так, чё, где этот каньон-то, блин? Где-то же вот это, наверное, он, да? Вроде бы, судя по памяти, вроде бы это он. Так, облетаем, облетаем, смотрим, здесь вроде бы ничего такого больше нету. Какая-то здесь должна быть пещера. Иридиевая. Где-то вот здесь она должна быть. Где-то здесь. Ну, а, вот она, нашел. Нашел, отлично. Сейчас мы отсюда соберем. Ой, здесь, знаете, надо было эту тоже бурилку эту поставить, которая добывает, короче, ресурсы, потому что здесь бы по-любому тоже иридий бы можно было добыть. Так, отлично, отлично. Тут прям на постаментах так лежит. Будто кто-то складывал, знаете, это стержень? Стержень был воткнут, типа, в камни. Охренеть, прикольно. Я вообще раньше, почему я раньше не заметил, когда здесь был? Здесь, знаете, здесь реально такая странная пещера, как будто бы вот этот иридий в большинстве своем кто-то просто разложил. А не, типа, естественным путем оно тут появилось. Так, а мне вот это надо? Мне вот луковые, что-то в ни одном рецепте... Нет, я видел семена кабачка в каком-то рецепте. Но не помню, что это был прям массовый какой-то рецепт для чего-то. Мне, конечно, риди сейчас поважнее. Мне нужно вот эти стержни наделать. Нужно это, конечно, куда более приоритетно. Так, еще что-то где-то есть? Еще что-то? Где-то еще что-то светится? Все, здесь просто такая мрачная атмосфера. Отлично, все, здесь все собрали. Что у меня? 4. А это что такое? Это кобальт, да? Просто он так светится. Окей, хорошо, ладно. Так, летим. Там, короче, еще корабль был. Я вот не помню, полностью ли я его тогда... О, здесь иридий кусочек. Полностью ли я его тогда обсмотрел? Мне кажется, у меня там что-то кончился, короче, типа кислород. Или это вообще в прологе еще было? Короче, здесь я был, по-моему, один раз всего лишь вот в этом каньоне. Я уже не помню, что я здесь осматривал. Поэтому надо здесь заново все проверить, все, что есть. Так, вот сундук я вижу. Здесь у нас еда. Ну, еду мы сидим. О, вот это надо. Удобрения 2 штуки, вообще хорошо, их не придется делать. Так, и здесь чемоданчик. Ага. О, сообщение, видали? Частный мусорщик, письмо с заданием, разведка. В секторе Изишел Прайм исчезло аномальное количество кораблей разных компаний. Отправитесь туда и отыщите любую информацию. Основная цель – исследуйте сектор, установите причины, по которым эти корабли исчезли. Второстепенные цели – исследуйте и сообщите о наличии любой враждебной жизни. Идентифицируйте любой разбившийся корабль и сообщите о нем соответствующей корпорации. Запишите местонахождение всех обнаруженных товаров. Че? Какие товары? Типа то, что они профукали, вот эти всякие... растения и так далее и тому подобное. Так, мне показалось, здесь был какой-то сундук. А, вот здесь такой вот такой, да? Здесь что, есть прикольное? Ну, давай, соберем. Окей, хорошо. Сера, в принципе, сера у меня там вроде добывается. Не так уж она критически мне пока что нужна. Так, вот здесь, короче, тоже какая-то пещера. Ага, о, здесь, смотрите... Я здесь, по-моему, только был на заблокированной, да, этой лед. Все, до этого мне не был доступен проход. Так, давайте осми соберем. О! 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 А, так, знаете что, давайте алюминий выложим. Он мне, в принципе, не так сильно критически нужен. А потом
Ну, цветы, наверное, вот эти можно точно выложить. Так, мне нужен 100% чип, 100% двигатель нужен. И вот биопластик, кстати, тоже очень важная тема. Вот, думаю, можно вот эту выложить еду, взять порошок. Но в остальном, в принципе, все не такое супер важное. Но здесь еще до хрена я вижу... Это что там, проход наверх? Серьезно? Охренеть. Так, я тогда пока туда не буду ходить, посмотрю, что у меня здесь. Здесь. Так, здесь какой-то тупик. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь осмиев целых еще. Ни хрена, видали, здесь короткий проход есть. Короче, вот из этого каньона. Офигеть, то есть в этот, короче, в тот каньон можно попасть вот, грубо говоря, отсюда. Намного быстрее, чем вот так вот там все это огибать. Офигеть, прикольно. Нормальная тема вообще, надо будет использовать. Надо будет такое использовать. Вот я вижу там мою базу, которая там что-то добывается. Все, летим туда. Летим тудым. А, это пещера, да, с этим иридием там. Блин, там такой зловещий красный туман. Прикол вообще. Блин, ночи, конечно, жесть, что-то какие-то прям темные. Так, я насобирал иридиев. Мне нужно сделать... Все так странно, так, знаете, так, так грозно подсвечивается. Так немного жутковато, я бы даже так сказал. Офигеть, странное освещение, вообще непривычное. Мне кажется, что до этого я либо не замечал, либо я ночью просто не выходил в последнее время на улицу. И все так странно, так как-то, не знаю, немного зловеще все подсвечивается. Странно. Непонятно, почему так. Ну ладно. И эти даже какие-то темные. Офигеть, прикольно. Так, кстати, вообще красиво, они так выглядят круто. И здесь все такое прям офигеть. Прям вообще кайф. Так, гриб. Гриб. Подождите, а у меня разве есть гриб? Мне кажется, я вообще никогда гриб не находил. Семя фасоли. Баклажаны. А где взять гриб? Я не знаю, слушайте. Ну, блин, надо, короче, где-то побегать, поискать гриб. Странная тема. Так, давайте изучим чертеж. На данный момент... Что? На данный момент больше нет чертежей для расшифровки. Серьезно? Охренеть, я типа все открыл, все, что можно было таким читерским способом открыть. Вы что, офигели? Так, а у меня вот это где штука, перерабатывающая машина? А, вот она, вот она. Ну, давайте тогда чип вот этот переработаем, посмотрим, что он... Ничего не дает, да? Короче, это по сути просто, ну, типа, неломаемая штуковина. Блять, ну ладно, пусть здесь валяется. Странно. Ну офигеть, конечно. Чё, дождь? Слушайте, так дождя давно не было. Кайф вообще. Приятный звук. Так, давайте делаем это. Еще два не хватает иридия. Вы чё, прикалываетесь? Вот два иридия, замечательно. Все, супер. Так, давайте теперь берем вот эти стержни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот девять, кстати, можно будет стержень сделать. Для. Здесь три надо стержня. Пипец. И взрывчатый порошок. Давайте порошок выложу сюда. Удобрение тоже пока выложу на временно сюда. И знаете, что я хотел? Надо ракету, короче, вызвать с этим. Наверное, с ураном, наверное, вызову ракету. Потому что там, по-моему, урановую шахту-то я все облутал. И в ней уже там ничего такого нету. Офигеть, туман такой сразу. Что у нас тут есть? GPS-спутник 2 приманивает урановый астероид. Мне нужно всего лишь 3 кобальта. Но это не проблема. Это вообще может замутить very быстро. Давайте вот здесь под воду уходим. Здесь должно быть куча кобальта. Где-то тут. Где-то тут. Давай, кобальт. У тебя же здесь было дохрена. Блин, вода должна через костюм впитываться и пополнять мои запасы. Так, 3 кобальта должно быть. Вот. Второй. И третий.
Отлично. Фига глубина, охренеть, вообще, слушайте, очень жесткая. Все, летим на ракету, вызываем урановый дождь. Урановый дождь. Знаете, на что похож вот этот урановый камнепад? Как в третьем Варкрафте, когда, короче, эти такие, как они там, зеленые големы такие скверны, или как они там правильно называются, типа падали, и получались такие зеленые прикольные големы мощные. Все, вызываем. Оп, ракетку поставили. И отправляем ракету. Все, ну-ка. Вот так вот, мне кажется, такая будет прикольная для заставки. И сразу посветлело. Короче, ракета вызвал для того, чтобы разогнать тучи. Сейчас сразу начнется камнепад этот. Блин, ну хорошо, что хоть метеориты базы разламывают. Надеюсь, они не введут такое нововведение, так сказать, в следующих обновлениях, чтобы вот эти метеориты разъебывали, ну, строение. Так, окей, давайте смотреть, что нам нужно для нагревателя. А у меня, кстати, когда следующий нагреватель откроется? Это же здесь 63 ппб. А у меня сейчас 8, ну, короче, еще очень не скоро. Поэтому давайте кремний, титан и алюминий. У меня сколько вот этих стержней? Раз, два, три, четыре, пять. То есть мне нужно 5 кремниев. Раз, два, три, четыре, пять. А потом мне нужно 5 титанов. Раз, титан есть. И 5 алюминиев. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и еще 4 титана собрать, думаю, не проблема. Все, вот, падают метеориты. Вон, зеленые, да, видели, летят реально как в Варкрафте. Хорошо, что здесь никакие големы не появляются. Так, это второй. Это третий. Охренеть. Это четвертый. И пятый. Все, теперь у меня... А с чем у меня, кстати, с электроэнергией? Ну, кстати, вот как раз урановые эти падают. Я смогу сделать просто стержни и новый этот реактор поставить. Я для этого, в принципе, и вызвал этот урановый дождь. Так, давайте ставим тогда вот здесь эти штуки. Ставим. Раз. Ставим. Два, три, давай. О, все, кончилось, да? Ладно, без проблем, без проблем. И пять. Что у меня с энергией? Так, сколько мне надо? У меня потребляется 1037, а производится... Ну, короче, нормально, если я сейчас еще один поставлю. В принципе, будет вообще раз, два, три, четыре. У меня, по-моему, как раз их ровно 9. Короче, в принципе, мне еще одного реактора должно хватить вообще с лихвой. Он там, по-моему, дает вообще сколько? 300? Да. 300 же? Да, 331. Короче, нормально, да, должно хватить. Давайте уран соберем. Так, раз. Ой, блин, еще вот эти камни мешают, придется ждать, пока они все исчезнут, чтобы нормально подобрать. Два, три, четыре, пять. У меня раз, два, три, четыре, пять. Так, где-то, кажись, в озеро упало несколько штук. Вот, да. Так, пять, 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 пять. Шесть. Блядь, давай, давай, давай. Семь. Восемь. Что, все? В этом метеорите было все? Что так мало? 9. Раз. Так, это 1. Мне нужно еще 8. Еще... Блин, здесь столько камней, офигеть. Вот. 2. Еще есть? Должно же быть еще. 2. Блин, больше здесь, главное, ничего не светится, столько нападало. Так, 2. Давайте, где-то здесь же упал. Я видел, что здесь что-то светилось. Вот. Давай, давай. 3. 4. Еще 5. 5. 6. Давай. Еще надо. 6. Ну. Куда-то еще падало. Мне кажется, основная часть упала все равно в озеро. Так, 6, 6, 6, 6, 6.
Еще три. Водка жизнь, да? Или что это такое? Да. Все, отлично вообще. 6, 6, 6, 7. Он там восьмой лежит. 6. О, это 7. Да, это 7. Вот, 8. И 9. Ну, давайте еще вот этот один соберем. Так сказать, резервный запасной. Ой, их даже 2. Так, надо кобальт собрать на всякий случай. Кислород кончается. Еще что-то куда-то падало. Еще какие-то камни валяются. Че, где кобальт-то? Блин, тут то он везде, то его нету. Здесь прикольная скала такая. Так, вот, кстати. Еще один кобальт. А у меня еще место есть, слушайте, я вон там видел, что там что-то еще есть. О, да, кстати, вон там еще попадало. Здесь. Шикарно вообще. Сразу кучкой так упали. Так. Так. Давай, давай, давай. О. Замечательно, замечательно. Это хорошо. Вот еще. Кайф. Этого мне хватит надолго, надолго. Ну, мне как минимум на один реактор хватит. А, все, нет. Так, вот еще кобальт. И еще надо один собрать на всякий случай. У меня же их ничего, ну сколько? Раз, два, три, да. Раз. Все, 4. Все, больше покажись не... О, вот еще, почему я проворонил. Давайте этот соберем. Давайте соберем. Так, ну это, кажись, теперь точно все. Может быть, там где-то... А, там еще, по-моему, что-то на суше где-то что-то упало. Может быть, я еще отсюда увижу. Блин, ну, конечно, озеро охренеть огромное вот это. Оно прям глубокое такое, большое там. Я даже не знаю, сколько метров. Получается, 30 метров в глубину, ну, примерно. Так, здесь ничего... Ну да, там потому что на меня падает, поэтому они все в основном упали в озеро. Так, мне, по-моему, нужна вода там. Так, давайте кислород заберем. 3 воды. И взрывчатый порошок. У меня как раз есть взрывчатый порошок. Сейчас я здесь как раз наделаю кислород. Кислород, кислород. И все, что ли? 3 воды. Вот, мне нужны урановые стержни. Раз, два. 2 не хватает. Серьезно, охренеть. Всего лишь 2 не хватило. Так, взрывчатый порошок, по-моему, я положил его сюда. Да. Все, теперь я смогу сделать еще один реактор. Поставлю его... Ну, надеюсь, его не затопит. Надеюсь, его не затопит. Поставлю его здесь. О, замечательно. Теперь у меня есть примерно 315 единиц энергии. Мне этого должно хватить еще намного. А что по поводу у меня... Получается, эти дают тепло. У меня сейчас 9620 пикокельвинов в секунду прибавляется. Давление у меня 4700. Биомасса 9,5. Мне, короче, нужно, знаете, что позаботиться о... Так, кислород у меня 894 прибывает. В принципе, БМ. Еще один. Звук такой, гул странный. Так, вот, кстати. О, может я биокупол второй сделать? У меня есть биокупол второй? У меня же, наверное, нет, да, биокупола-то второго. Да, у меня нет. У меня 3 первого уровня. Я думаю, вот вместо вот этого можно поставить, короче, один на второго уровня. Так, давайте смотреть. Нужно 2 удобрения, 2 образца бактерий, суперсплава 2 и 1 сера. А здесь я отсюда смогу взять только суперсплав, да, получается? То есть мне нужно 2 удобрения, у меня 100% есть. Я их только что положил в ящик. Вот они, раз, два, отлично. А потом образцы бактерий и сера. Сера где-то у меня же должна быть в минералах, да? Вот, да, сера у меня есть. У меня суперсплавы я возьму... Я, наверное, просто сейчас сотру вот этот третий. Опа, разобрал. Так, у меня суперсплавы есть. Образцы бактерий, это, наверное, делается, по-моему, делается в биолабе. Биолабе. Да, вот здесь. 3 водоросли и 3 воды. О, воду. Воду я беру отсюда. Воду я беру отсюда. Одна только. Блять, что так? А, у меня же сборщик.
Или я не ставил? Блять, а подождите. Я не ставил сборщик озерной воды? Нет, не ставил. Слушайте, три самородка, пластика, магний, суперсплав. А у меня же есть самородки, я же собрал, нет? Два тока, да? А из чего они делаются? Грибы. Блять, где грибы-то эти взять? Надо будет опять, короче, полазать по всем этим кораблям, закоулкам. Поискать по ящикам, потому что по-любому я просто, ну, не взял, потому что, ну, мне, типа, не надо было, да, это к тому времени. Так, здесь что, давайте вот это все соберем. Добро. Высадим обратно. Высаживаем баклажаны, высаживаем вот это все. Так, это мы складываем сюда, лишнее складываем. Вот еду вот сюда выложу, цветочек тоже сюда выложу. Вот эти 20 точек возьму, пусть у меня вся растительность будет здесь. А мне нужны образцы, короче, воду. Воду тогда ждем, пока соберется, а водоросли мы сейчас возьмем вот здесь. Три штуки мне надо. Раз, два, три. Все, собрали, отлично. Суперсплав, интересно, я везде их собрал, по всем ящикам. Надо будет там сбегать, короче, потом посмотреть, ну, уже, наверное, в следующей серии. А, так, отлично. По-по-по-по-по. Вода, 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 вода. А интересно, а лед, по-моему... Лед, кажись, больше не встречается, да, потому что слишком тепло стало. Я просто не помню, чтобы лед в последнее время был. Его вообще не видно нигде. Но, по-моему, мне так казалось, что вот в этой пещере был лед. Типа валяется он. Или нет? Просто что-то так мелькало. Тоже нет, да? А он там даже что-то исчезло, когда я подходил. Как будто бы он просто типа стирается из тех мест, где как бы он лежал, но там, где я не посещал. Ну ладно. Но если вот этот уже лед, то супер вековой, да? Почти весь растаял. То такой-то обычно на земле тем более. Это что такое? Сундук? Почему он здесь лежит? Давайте его разберем. Так. Тут у нас что, ничего интересного нет? Короче, придется ждать, пока вода добудется. Из сборщика давайте пока посмотрим, что у меня тут есть. Что у меня тут есть? А что сера-то где? О, хрена. Давайте кобальт заберем. Мне что-то нужно здесь отсюда? Магний, в принципе, можно взять. Давайте магний возьмем. И еще хочу проверить вот эту пещеру. Там, если там растаял проход, то, наверное, здесь тоже проход растаял. Который вот этот-то был. Ой, да, лето сколько осми освободилось. Здесь, потому что кусок льда огромный был. Теперь он свободен полностью. Так. Вот, остаток, короче, какой-то тут глыбы остался. Куда он ведет? А, серьезно? Блин, здесь вот эти все пещеры, это получается, типа, когда лед растаивает, а это просто такие короткие лозы. То есть, смотря ты где находишься, если хочешь там по-быстрому как-то попасть куда-то, типа, раз, здесь пролез, и все. Так, а я, по-моему, в прошлой серии, да, здесь все обрыскивал? А, вроде бы... Я здесь все подчистую. Ну да, да, тут вот даже ящиков нет. Значит, я в прошлый раз тут все уже облазил. Здесь уже искать нечего. Так, ну здесь тоже все смотрел. Окей, хорошо. А знаете что? Вот там, потому что вот в той пещере... я вот не помню, что вот там. Которая вот там пещера. Потому что там тоже был, типа, этот большой лед. И вот куда он ведет... Если он растаял. Ну, судя по тому, что если там-то все сквозной проход, то он, наверное, ведет в тот биом, где капсула того чувака, который выживший там был. Ну, мне так просто чисто логически кажется, что оно как бы, ну, так и есть. Именно по местоположению, если смотреть, то примерно туда оно идет. Потому что я помню, что я там с этого биома бежал и оказался вот за вот этими скалами. И, судя по карте, я оказался где-то вот здесь, и потом, в принципе, там такая была безжизненная пустыня, откуда я не смог выбраться. И чуть ли не умер там в этой пещере. Да, блядь, всплывает. И ты чё, блин? Да ты чё, блин, давай. Серьезно?
О, кстати, вот уран, прикиньте, освободился еще. Вот еще освободился. Как раз мне там для одного не хватало двух штучек. Нормально вообще. Давай, соберем без проблем. Отлично, отлично. Замечательно. А там что-то было написано, что он дает типа плюс 1000 к какому-то там этому. Так, что мне надо выпить? Ну давайте кислород выпьем. И выложим, ну вот магний один выкинем. Да блять, выкинем магний. О. Все. Давайте все выкладываем, все лишнее. Что тут у нас есть? Осмия куча я насобирал. Сделаем кислорода. Раз. Даже один кобальт почему-то лишний остался. А, вот у меня, кстати, есть еще один. Сейчас мы сделаем кислород. Все, супер. Здесь металлы мы пока выложим магний. Железо. Нет, простите, алюминий мне, по-моему, нужен. Да, алюминий мне нужен. Нет, мне алюминий здесь не нужен. Алюминий, титан мне не нужны. Радиоактивные элементы. Давайте я сделаю из них стержень. Еще один. Делаю стержень. Пока он мне, в принципе, не нужен, я его выложу. Это тоже выложу. Мне нужна вода. Мне нужна вода. О, все. Три воды. А, но это только для одного. Это только для одного. Подождите, что мне там надо? А, вот, образец. Это один, да, то есть мне нужно еще, короче. Короче, бежим, бежим искать еще воды, еще водоросли. Ну ладно, так, водоросли у нас одна штука есть, две штуки есть, три штуки есть. С водой пока пауза, с водой пока пауза. О, еще уран. Он сюда реально что-то упало? Нормально. О, офигеть, нормально тут вообще. Раз, два, три, четыре, целых пять штук. А у меня, кажется, что там... Ощущение, что их падает ровно, типа, по в дину. То есть, кратное 9, чтобы я мог... О, видали? Тут сюда что-то еще упало. Серьезно? Я даже не видел, что там какие-то кометы летели. Офигеть. Давайте соберем. Че бы нет? Че он будет зря лежать, валяться? Да. Раз. Раз. Все. Хорошо, что уран светится. Знаете, что ты такой издалека его увидел, такой, опа, я проворонил и пошел смотреть. Так, окей. Че, вода там будет вообще производиться? Нет? Одна штука. Блин, биопластик бы найти еще. У меня два штуки. Гриб... Вот надо, короче, будет побегать. Потом грибы эти, блин, долбаны где-то. Найти семена. Потому что у меня их реально ноль. Что тут с радиоактивными элементами? Раз, два, три, четыре, пять. О, у меня тут их 10 штук. Слушайте, давайте сделаем. Давайте. Что у меня получается по два стержня? Мне еще, по сути, нужно один, чтобы еще один реактор построить. Давай, водичка, собирайся. Почему так медленно? Полностью утоляет вашу жажду. Да я в курсе. Мне сейчас в итоге придется воду эту выпить, чтобы восполнить, типа, жажду. Это ж сколько мне ждать придется. Так. Блин. Че у нас там вообще по времени-то? Немножечко совсем осталось. Так, два, здесь два. Может, я куда-то сложил случайно один, у меня в итоге он где-то затерялся. Тут нету. Здесь у меня всякие эти баклажаны растут. Здесь тоже нету, здесь тоже нету. А он где-то еще используется в каком-то рецепте? Может, я смогу пока временно что-то сломать? О, генератор водорослей, давайте его сломаем. Один. Давайте один сломаем. И поставим сборщик воды. Так, алюминий нужен. И у меня водичка будет быстрее прибывать. Потому что мне для жажды надо, мне для всего вода нужна. И прям, блин, вообще не втерпешь. Так, где у меня они лежат? Вот здесь, раз, два. И что там еще надо? Алюминий, да? Ну, алюминий у меня много относительно.
Все, сборщик воды ставим сюда. Отлично. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Офигеть, 8 воды. Но надеюсь, у них хотя бы она быстрее будет поставляться, чем вот эта штука добывает. Так, в итоге у меня... короче, пока нифига вообще по результатам. Так, 2 стержня, парочка алюминиев, куча всяких цветов, которые я даже не знаю, куда их девать. Их можно, знаете, куда засунуть, раз уж у меня их куча. Вот в эти штуки, во флоростенды. Кремний, кремний, магний, алюминий. Да, давайте попробуем. Магний, кремний, кремний, магний... алюминий. Так, металлы, магний. 2 кремния, 1 магний, 1 алюминий. Получается, мне нужно для двух штук 2 магния, 2 алюминия. И еще нужно 2 кремния. Еще, короче, нужно еще 2 кремния. Тогда я смогу целых 2 штуки эти собрать и туда эти цветы просто засуну, чтобы они у меня там не складировались. И плюс будут давать кислород какой-никакой. А что они будут, да, зря тусоваться. Давайте вот здесь их поставим. Вот так вот. Одну штуку. Блять, бутылка воды. Вода, и, слушайте, такой ресурс теперь супер важный. Вообще везде нужна, офигеть. Че тут сборщик собрал мне воду? Еще не собрал, вот, да ты охренел. Просто жесть. Так, ладно, давайте тогда еще один поставим, раз уж на то пошло. О, знаете, какая у меня идея появилась? Так, берем. Теперь, короче, лампу ставим сюда. Вот так вот. О, о, так. И делаем ее, короче, цвета вот такого. Все, у меня теперь... вот эта садоводческая лампа с розовым этим фиолетовым светом, знаете, как вот в окошках светит, когда рассада там какая-нибудь на окошке. И все, фитолампа такая, которая будет мне улучшать. Это на самом деле ничего не дает, но прикольный такой чисто аутентичный эффект для улучшения. Хотя тут солнце так жарит, что в принципе, знаете, не сильно-то это и требуется. Но зато по ночам будет улучшать. Типа будет по ночам улучшать рост. Так, это сюда. Все, отлично, у меня теперь плюс целых 26 кислородов. Чем не лишние? Эти цветы просто так валяются, а так вот пользу какую-то будут составлять. Давать кислороды. Так, ну здесь уже 2 воды появилось за время. Здесь сколько воды? Одна, блядь, вода появилась. Да вы надо мной просто издеваетесь, реально. Просто какое-то издевательство. Вот эта штука, она сколько стоит? Она стоит железо, кремний, магний, кобальт, алюминий. Блин, она много стоит. Может, ее еще одну поставить, раз столько воды надо. А, железо, кобальт, магний, алюминий, кремний. Так, железо, алюминий, кобальт. Железо, железо. Вот кобальт. Кобальт. А железо где? Так, 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 так. Ну, где, где, где? Блин, долбанное железо, как обычно, когда надо, его нету. Титана зато просто завались. Завались титана, вообще, просто миллион. О, видали, просто магний с кремнием и с титаном, это самые, блядь, топ ресурсы здесь. Вот, железо. И алюминий, но алюминий у меня там лежит на базе. О, знаете что, давайте его... Это что такое? Лед! Серьезно? Это который я, наверное, просто выложил однажды, он до сих пор лежит. Офигеть. А, давайте его здесь соберем тогда. Нет, а вот нет, есть. Все, все, отлично. Теперь я могу поставить. Теперь могу поставить сушилку, дрочилку эту. Надо ее там рядом поставить, чтобы они все вместе в одном месте все высасывали. И будет кайфики. Будут кайфики, будет много воды. И у меня уже не будет проблем. И ставим еще одну. Все, пусть добывает. Здесь добыло... А, у меня же есть лед. У меня же есть лед, я смогу поставить. Я смогу сделать третью. О, и здесь все, отлично, отлично. А, отлично. Красный попить хватит. И хватит на вот эту штуку. О, все. Зашибись. Теперь идем и строим купол. А?
Так. Видали, какая красота? Офигеть, здесь целый какой-то, не знаю, как это правильно называется, оранжерея или как? Блин, такой вообще классный здесь. Слушайте, здесь такую лавочку поставить, сидеть и просто книжки читать. Еще птичек сюда запустить, будет вообще кайф. Какой-то экран. Кора дерева. Он типа производит кору дерева? Или сюда можно что-то положить? Кора дерева. Ну, скорее всего, производит, раз. Это, короче, знаете, вот как водяные вот эти диспенсеры, или как они это правильно называются. Ну, то есть, да, деревья растут. И кору делают. А зачем она нужна? Я что-то в рецептах ее не видел. Ну-ка, может, в биолаборатории есть какой-то рецепт? Мутаген, взрывчатый порошок, удобрение. Удобрения здесь нету. А где какой рецепт нужен для коры дерева? Слушайте, а что-то нету никакого. Ну, может, на будущее? Ну, ладно. Ладно, без проблем. Так, а тут еще, знаете, что? Еще у меня такая мысля. Мысля возникла. Вот, ракета с биомассой. 175 килограмм мне даже нужна биомасса. А у меня сейчас сколько? У меня сейчас 47 килограмм. Ну, понятно. В целом, БМ. В целом, БМ. Так, ребята, у нас время, в принципе-то, подошло к концу. Поэтому, я думаю, будем уже серию завершать. Огромное спасибо, что посмотрели серию до самого конца. Не забывайте поставить лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно подписывайтесь на ВКонтакте, на канал в Телеграме. Пишите сообщения, пишите комментарии, с радостью с вами пообщаюсь, поотвечаю. А также подпишитесь на всякий случай на Рутуб, на, как сказать, на всякий случай, да? Вот, и на этом у меня все. Желаю вам всего самого замечательного. С вами был Ракслер. Всем пока.